Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Соревнования по поеданию. Черт, все столпились вокруг ларька с сахарной ватой. Так и я кида. Вперед! Горячо! Неужели Сера что-то сделала с сахарной ватой? Что это значит? Так нечестно, Томанори, это их остудит. Ну и ладно. О, спасибо, Томанори. Хочешь немного, Айкава? Нет, я не буду. Вот как. Там же специальный соус Серафим. Не ешьте! Интересно, из чего это приготовили? Вы в порядке? Оставь меня. Иди. Айкава. Ладно, Орито. Твоя смерть не будет напрасной. Я тренировала этот подъем, чтобы вы не смогли забраться. Черт! Придется попотеть. Тайная техника! Полет ласточки! Сера, хочешь помешать мне выиграть? Конечно. Я не позволю тебе делать всякие отвратительные вещи с госпожой Касадой. Сера, поверь мне, я хочу защитить ее. Тайная техника! Полет ласточки! Я правда пытаюсь защитить Ю. Айкава, тебе кое-чего не хватает. Орито? А не хватает тебе эротизма. Не может быть. Как ты так быстро восстановился после соуса Сера? Ясно. Этот взрыв был от прилива адреналина. Вот как он восстановился. Какая грозная эросила. Техника, полет ласточки. Идиот. Нет, Эра идиот. Тебя никакая медицина не спасет. Позволь лучше мне или Харуни заняться готовкой. Я просто не хочу быть нахлебницей. Братик, останови ее. Это невозможно есть. Вот, и не стесняйся. Ладно. Ты отдал его Мелстром? Да, извини. Ты не справился даже с этим простым заданием. Да. Это очень важный свиток. Хорошо, я скажу ей, чтобы вернула. Кто тебе позволил шевелиться? Никто, извиняюсь. Харуна... Приди и забери его силой, грудастая корова! Как ты так сказала? Грудастая корова? Я этого так не оставлю! Выдвигаемся! Зачем мы одели эти обтягивающие костюмы? Для загадочности. Для загадочности! Братик! Там могут быть лазеры, высокое напряжение и ловушки с серной кислотой. Раньше надо было говорить. Злой смех. Не время для смеха. Апчхи. Мои нежные булочки. Давай уже лезь дальше. Ты бессердечна. Давайте, перелезайте быстрее. Он достиг нового уровня отвратительности. Развивается. Смех. Разве для этого не нужна большая грудь? Так ничего не спрячешь. Вытаскиваю. Блин, вижу же. Разврат, разврат, разврат. Нет, вы не так поняли, дурёхи. Достаю одним движением. Ура! Это
это недоразумение. Голая задница! Как ты посмел прикоснуться к моей груди? Сейчас я тебя накажу! Согласна. Того же мнения. Смех. Ах вы! Борт! Мифриловый меч или миса? Ясненько, ясненько. Стоп! В этом нет никакого смысла! Соревнования по карате? Мы что, лучшие классники? Да, Орито, ты не прав, Айкава. Но сейчас в поисках новых миров, которые нужно изучить, чтобы дольше наслаждаться моментом, мы должны только побеждать. Нечего тебе сказать! Ногой? Зачем ты встала? Чтобы смотреть на вас свысока. Мы не можем, Айкава. Мы так далеко зашли. Орито? Я не могу сражаться! Мои глаза! Не могу оторвать глаз! Очнись, Орито! Тут нет ничего такого, она просто одела чулки! Идиот, это не просто чулки, а трусы с чулками! Смотри, сколько хочешь! Но победа у меня в руках! Грязно, это очень грязный прием! Говори, что хочешь! Но думаешь, ты совсем о другом? Я не стану тебе запрещать! О, снаружи кто-то есть! Юки! Не могу! Смотреть! Победитель ученица первого Д-класса Йошида Юки-сан! Здорово! До новых встреч! Удивительные бедра! Я влюбилась в тебя, Айкава. Я так смущен.